Основной костяк сборной по баскетболу на колясках уже сложился. Это 10 спортсменов из Нягани, Радужного, Лангепаса, Ханты-Мансийска и Лентора. Но совершенно неожиданно наша сборная пополнилась и новым игроком с Дальнего Востока. Ну, поехал на чемпионат России на второй этап в том году с Владивостокской команды, с Приморского края. Вот, я был в сборной там. Ну и ко мне подошел капитан Андрей с командой Югры Ханты-Мансийск и позвал меня принять участие, с ними поиграть на сборах. Помогли Владимиру и перебраться из университета Владивостока в Ханты-Мансийск. Теперь спортсмен, уже югорчанин, живет, учится и занимается любимым делом далеко от моря, но близко к тайге. Сегодня Югорский легион готовится штурмовать всероссийский турнир по баскетболу на колясках, организованный Тюменской областной региональной организацией Всероссийского общества инвалидов. Чтобы показать высокий уровень на будущих соревнованиях, тренироваться приходится несколько раз в неделю. Закрепляем отработанный уже материал, то есть какой у нас имеется, да, и изучаем новые тактические, значит, задачи. Предстоящий турнир для наших спортсменов обещает стать не последним. Уже в ноябре они выступят на втором круге чемпионата России по баскетболу на колясках. Туда, кстати, команда из Нягани ездит уже третий год. В прошлом сезоне на состязаниях баскетболисты остановились в шаге от победы. В этом, с появлением нового и подающего надежды игрока Владимира, уверены спортсмены, все будет еще лучше. В планах золото и звание абсолютных лидеров второго круга чемпионата России.